Привет! Вы меня часто просите сделать рецепты попроще. И сегодня будет самый народный сырный соус и чипсы из лаваша. Для начала порежу лаваш на полоски. Теперь режем наши полоски на треугольники. Чтобы наши чипсики, они же начос, были ароматные, возьму прованские травы. Я их перетру в ступке, чтобы фракция была меньшей. Добавляю наши травы к лавашу и немного оливкового масла. Теперь все тщательно перемешаем. Чипсы почти готовы. Выкладываем их на противень и в духовку на 10 минут. Температура 180 градусов. А теперь приготовим тот самый сырный народный соус. Почему народный? Потому что всего 4 ингредиента. Я взял плавленый сыр, уже в магазине купил. Здесь у меня 100 грамм плавленного сыра. Добавляю 50 грамм обычного майонеза. Взял немножко паприки копченой. И обязательно нужен острый соус, у меня шрирача. Соус добавляйте по вкусу. Я люблю поострее, поэтому побольше добавлю. И все, перемешиваем. Попробуем. Вот не хуже, чем в кинотеатрах подают к начос. 10 минут и все готово. Соус. Наши чипсы хрустящие. Очень простое блюдо. Особенно сегодня вечер пятницы. Как они хрустят. С нашим соусом. Мой пятничный вечер точно удался. Сейчас какой-нибудь кинчик еще включу. Очень бюджетно. Очень быстро. Рецепт по праву называется народным. С колой вообще класс. Называется «Почувствуй себя в кинотеатре». Друзья, держите рецепт. Повторяйте, делайте. Вы не пожалеете. Всем пока.